Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 35. Прочитайте юмористическое стихотворение Шибаева «Что неправильно написал Мишка в письмишке», запишите выделенные предложения в исправленном виде, какие правила орфографии не знает Мишка. Пришло грустные вести. Пришло письмишко мне, гляжу из лагеря от Мишки. Здесь чудный лук, и я лежу, написано в письмишке. Лук лижет. Что за чудеса? Наверное, шутит плут. Читаю дальше. Здесь леса, красивый длинный пруд. И что такое он плетет? Не разберусь, хоть тресни. Когда отряд идет в поход, я запеваю песни. На днях в лесу нашел я грусть и очень был доволен. Нет, нет, не шутит он. Боюсь, мой друг серьезно болен. Вернется, надо подлечить, заставить правила учить. Исправляем неправильные предложения. Здесь чудный лук, и я лежу. Здесь леса, красивый длинный пруд. Когда отряд идет в поход, я запеваю песни. На днях в лесу нашел я грусть и очень был доволен. Мишке необходимо различать одинаково произносимые слова с опорой на их значение, которое выявляется только в контексте «лежу на лугу» или «лежу мороженое», «запивать лекарство» или «запевать песню». Он не знает правила нарфограммы, проверяемые безударные гласные и парные звонкие глухие согласные. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.